И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики, зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. И сегодня, наконец-то, начинается третий сезон и третья карта. Кстати, я до сих пор не понимаю, почему, остров первый в списке, да, потом там Генезис, потом, в общем, непонятно вот эту вот сортировку карт, почему она так, ну, в одиночке, я имею в виду. Включаешь хвост, все дела, вот это все. Это во-первых. Во-вторых, у меня новый микрофон. И, возможно, будут новые звуки. Качество, по идее, должно быть лучше. Но вот всякие вот такие вот звуки тоже, возможно, появятся. Сорян. Я еще просто пока что не понял, как его лучше установить так, чтобы он меньше ловил звуков. Вот, ну и в-третьих, я хочу попробовать по новой все это дело снимать. Посмотрим, что из этого выйдет, насколько меня хватит и что, как, да где. Персонаж, 124 левел, характеристики вы все прекрасно видите. Кстати, стойкость, по идее, можно будет сейчас сделать и поменьше. Потому что, ну, кому, куда мне столько это на скерче, она была нужна позарез. А тут, как бы, все остальные карты уже как полегче будет, хотя там будет видно. В общем, выгрузить, точнее, загрузить персонажа. Где начать? Портал. Слушай, я не знаю. Давайте портал реально. Вот, если я не ошибаюсь, я когда играл на операции, я начинал с портала. Я не знал, где. Тут даже написано, типа, ну вообще изящая, короче. Не просто изящая, типа, ну изящая, короче. Ну ты чё вот это вот. Ну вот, давай, короче, попробуем здесь. Давай, спаун выжившего. Чё, блин, я вот это вот. Не смогу я выжить, что ли, со своей 1500 хп. Кто там впереди? А, это коня. Господи, кони! Кони! Блин, без трубы так тяжело. Я не вижу, кто есть. Нифига себе! Оба, я сейчас грохнулся. Клево. Короче, честно, я не знаю, где строится. Оперантный коняка, слушай. Я не помню, чтоб они были, когда я играл, по крайней мере. Ой. Лампадок прикольный, но из летунов. Блин, лампадок все равно придется притомить. Потому что, ну, типа, кому он нужен? Че там тебе? Вместить еду последний. А, тебе там грибы какие-то нужны, я не помню. Там каждому светлячку нужны свои грибы. Короче. Кстати, это я бы не сказал, что изящая территория. Здесь же эти Василиски, я помню, я их видел. Ой, помирать я здесь буду, походу, дело в этом выживании. Я не знаю просто, как часто. Но, походу, часто. Блин, у меня еще микрофон сейчас здесь, это... Немножко, как бы, клавиатуру перекрывает. И неудобно. Нажимать на включить-выключить гамму. Короче, живы будем, не помрем. Это что, барандель? Ёшки-матрёшки. Не, ну... О, оперантный офис. Еще не переведенный даже на русичка. Слушай, их, походу, дело недавно сравнительно ввели. Но, короче, ладно, все. Что мне нужно? Что мне нужно в первую очередь? Мне нужно в первую очередь сделать хотя бы какие-то инструменты. Вот какие-то инструменты я могу сделать только с помощью камня. Здесь у меня волокно. Блин, начало это такое жестко, прям. Тебе надо все, а у тебя нет ничего. И ты такой, ага, блин, что же делать-то, ё-моё. Так, где я могу спуститься? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Камень. Мне нужен... камень. Как ж тут темно-то? Ужас просто. И так будет всегда. Я здесь, походу, делал вообще на постоянке под ногами соваться.
Грим. Господи, Грим. Я очень сильно привык к по цвету свой чужой. И это ужасно. Сейчас вот закинь меня на сервер, где нет трубы, и все, короче, я там сдохну. Ой-ой-ой. Мне нужен камень. Собрать камень. Понимаешь? Ой, твою мать. Ох, камень собрал. Классно. А, мне еще нужно по дереву уже постучать. Точно, я и забыл. Ой, какой кошмар. Тут. Так, с отличным. Так, давай, сеструля, сопровождай меня. Так, сейчас все выкинем. Так, утю, верный капсулет. Так. Хорошо. Очистили инвентарь, это уже полдела сделано. Твою мать. Визуалка чутка забагалась, я что подумал, что кто-то... А, это не визуалка забагалась, это светлячок, походу, дело был. Я всего очкую. Особенно на операции. На операции тут вообще полная жопа. Вот реально, операция для меня это страх. Я экстиншена так не очкую, как операция. Вот честно, я не знаю, с чем это связано. Ну, а реально, на Extinction я очковал меньше всегда, чем на операции. Куча говна, блин. Так. Это берем так, это берем так. Пригодится. И... Дерево? Ну, окей. Добудем дерево. Интересно, на тебя можно ставить... О, на тебя можно платформу ставить. Прикольно. Так, грибная древесина, точно. Я могу по всему дому ковры расстелить. Не смешно. Так. Слушай, идея это хорошая. Так, ладно, забыли. Я просто мысли. Друг дружка переплетаются и... Так. Костер. Да зачем мне костер пока что? Мне пока чтобы выжить. Для того, чтобы выжить, мне нужен болос. Болос я смогу сделать только тогда, когда найду кожу. Ну, погнали искать кожу. Так. Кожа, это хорошо. Сейчас нужно место под постройку найти сразу. Пока крафтится. Нет. Его можно собрать. А, отлично. Такой камень собрал. Как поймешь, какие можно добывать, какие нельзя добывать. Так. Я предлагаю спуститься к воде. Да. Где же я смогу сделать этот? Так. Ну, поставить сюда. Если нужно. Здесь я смогу, так как я же говорил, что я не использую. Блин, вообще в целом, вот в целом реально, вот построиться около такого какой-нибудь бадьи, вот около такого вот освещения. Блин, надо гамму сменить. У меня же гамма здесь была 1.8. Ой, я микрофон ушлепнул. Вот он, собака чувствительнее сейчас. А сейчас это 2.2, это дефолт. Во. Вот. Около такой фигни построиться, типа, чтобы было светло. И, типа, база будет всегда освещаться. Это клёво. С одной стороны. С другой стороны, ну, блин, я не думаю, ну, блин, как-то вот, не знаю. Да ну нафиг. Тебе не сраны. А с другой стороны, зато мне всегда гамму можно... Так, это газ, отлично. А с другой стороны, гамму можно никогда не вырубать, и вот на 3.5 всегда тусоваться. И все, и хоть дома, хоть не дома. Как кому, там тоже надо будет светлячков ставить. Освещать территории нужно будет. Ладно, погнали к тому месту, где я выживал. Где я тогда выживал?
Посмотрим, что из этого выйдет. Так, булыжник стоит, прикольно. А вот тебя добыть можно, ну классно. Я же говорю, тут фиг поймешь, какой можно добывать, какой нельзя. В целом там место прикольное, но дебильное. То, где я выживал. Это что, там диплодокина, что ли, бегает? О-о-о, прикольно. Твою мать! Пошел ты! Пошел ты! Понял, понял! Да, козел! Вот для этого я босс делал. Ты чё, дурной, бежишь-то? Там чё, ваших бьет? Отлично. Сейчас помогу. Господи, я перестрался до ужаса просто. Надо было киркой добывать. Так, ты куда бежал-то? Братан! О, хорошо, сестра. О, твою мать, иди сюда. Пиздюк! Попался. Ты за ним бежал? А, ну хорошо. Хорошо, хорошо, разбирайся. Я не мешаю. Ладно, ладно, сам справлюсь. Господи. Так, погоди, а ты от кого бежишь? Да мать вашу, вы задолбали меня. Мне же так страшно. Все куда-то бегут, все от кого-то что-то где-то вот это вот и начинают. Ох, да пошли вы все. Ну, пульни цветочком. Ну, еп! Да пошел ты! Пошел ты! Пошел ты! Пошел ты! Задолбали! Вот когда на Диносах я тусуюсь, мне не страшно, потому что у Диноса хп много, он там типа атакует, все дела, вот это вот все. Вот реально, когда я бегаю пешком, это просто, вот прикиньте, а когда я в пещеру пешком хожу, это вообще писсос. Пи-пи-пи-пи-пи-писсос. Ну, да пошел ты потом, покорочивай. Ой-ё. Да чтоб тебя, ну что ты куда вот лезешь? Ты понимай. Так, что здесь у нас? Здесь отлично. Так, погнали, все. Собрались. Собрались. Надо быстрее уже трубу себе сделать. Трубу надо срочно делать. Ну нафиг все. Так. Там, помню, была база. Где я когда я выживал? Там наверху вроде бы металл был, а строился я вот на этом месте. Там я построил эту. Почему я здесь построился? Да черт его знает, вода рядом, респ рядом, возможно именно из-за этого. И в целом идея вполне неплохая была, потому что, ну, как бы ресурсы основные рядом были, ну, Крым, кристалл, там, короче, что-то надо было бежать далеко куда-то. Поэтому я думаю построить здесь. Точно, металл там внизу. Металл внизу, а спускался я с помощью зиппера. Точно, 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 точно. Так, ну погнали. Погнали вниз. Обсмотрим ситуацию. Вам подолго. Мне больше всего нравится яснокрыл, если не ошибаюсь. Ястребочки. Вот, ястребы это прикольные. Ну, реально, они мне больше всего нравятся. Лопатыги, конечно, да, они прикольные, что-то в них такое есть, но вот. Эти маленькие оленчики, как там они, я не помню. Ты чё, дурной? Летать что ли собрался? О, психопат! Кстати, я смотрю, здесь очень много тег. Пошли обратно. Обратно, там ловить нечего, там стая собак. Твою мать, чтоб тебе кони калось, ёб твою ж за ногу, тварь. Еще просто все диносы не заспавнились. Это козел прям перед носом заспав.
Это ужасно. О, а теперь ты светишься. Почему ты не светишься? А почему ты светишься? А почему он не светится? Почему ты не светишься, а он светится? Он крутой, а ты не крутой, ты не светишься. Так, ладно, короче, погнали строить дом. Ну все в жопу, ну все в баню. Я задолбался, о, господи, нервов потратил уже. Куча уйма и... Так, кого можно притомить первым? Добытчики. Добытчики ресурсов, конечно, это идея неплохая. Но. Первым нужен хищник. Первый нужен хищник, на котором я смогу делать все, что я захочу. Песель? Да, реально. Надо ставить песель и делать. Потому что я помню, как я газовал здесь. И если правильно проложить путь с помощью зиплайнов, я не помню, как они по-русски обзываются. Ну, короче, канатная дорога. Мать твою! А! Фу. Это землетрясение. Здесь оно постоянно. Я испугался, я подумал, кто-то бежит. Я реально подумал, что кто-то бежит. О, а это просто, типа, вот так стоишь, тебя потряхивает и начинают камешки дропаться. О, обсидиончик, прикольно. Ой, далее меня там шатает. О, клево. Да, конечно, дроп ни о чем, но все равно. Гемчики поначалу пригодятся. А, так вот, о чем я говорил. Правильно выстроенные пути из зиплайна мне прям помогали, очень сильно помогали путешествовать. И, соответственно, я легче добирался из точки в точку. Да, у меня здесь есть телепорты, и как бы я буду ставить точки телепортов. Но в целом, как я уже сказал, допустим, на зиплайнах с помощью песелей добраться лучше. Я не помню, как они, как их зовут, ну честно, ну не помню. Вот, поэтому... Как-то так. Так. А, так прекрасно. Это ты, короче, Санька, молодец. Санька, молодец. Попал. Это же дебильное место. Я же помню, я сколько раз сюда здесь попадал тоже. Сколько раз пытался отсюда выбраться. Ну-ка. Да, вот. Во. Отлично. Пока нет фундаментов, отсюда выбираться легче. Пока все это застроено. Честно, пару раз пересравшись, уже как-то, знаешь, начинаешь привыкать. Привыкаешь жить в страхе. С одной стороны, да, типа, через бояться, с другой стороны. Блин, я, камон, я скримеров очкую постоянно. Здесь вообще было бы неплохо такую площадку построить. Ну, опять-таки же, я здесь... Пока что времянку сделаю. А там уже будет видно, что как где. О, еда, вода, отлично. У меня все заканчивается. Почти угадал. А, ну да. Я просто привыкаю все делать левой рукой. Так как правую сдвину, я ударю по микрофону. Смотрите. Ты, я сейчас извиняюсь. Да, поп-поп-поп. Фу! Да понимать. Поп-поп фильтру по шорту. Пальцами. Вот так-то. Это... И говорю, то есть, он у меня вот просто под рукой. То есть, если что, я сразу же по нему ударю. И от этой привычки надо избавляться. Не, я потом переделаю, но... Камон. Я очень рассчитываю на то, что никаких проблем со звуком не будет. И в целом звук будет хороший. О, а у меня здесь освещение включили. Ой, здесь не всегда темно, значит, как в жопе нафиг. Это же клево. Да, и самое смешное, я стал делать деревянный фундамент, когда у меня... Я добывал камень. Я немножечко тупой. Ну, что поделаешь. Честно, я... С последней серии... Я перед последней серией Скёрча не играл примерно неделю. После последней серии Скёрча я не играл дня... Ну, короче, почти тоже неделю. Вот, поэтому... Неудивительно, что я
как-то уже подрасслабился, подзабыл. И сейчас как-то вот пытаюсь все это дело собраться, разобраться. А еще пытаюсь экспериментировать с форматом у себя в голове. О том, как что сделать в плане видео. И что-то понимаю, что какая-то фигня получается. Слушай, а светло становится. Клево. Клево, 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 клево. Так. Мне дерево не хватает, да? Дерево, дерево, дерево. Нет. Мы с... Солома. Вот дурдом. Соломы не хватает. Вот сейчас смотрю. И думаю, 92 левел. Слушай, это большой левел лампадок-то как-то. А на базе он пригодится. Точнее, она. Разумно. Лампочка. Поэтому. Сейчас бы вспомнить, какие грибы тебе нужны. Где грибы? Вроде бы вот эти. Угадал? Сиди, иду последний слой. А, вот сытный. Господи, да ты хотел. Да ладно, не ты что ли? Такой водянист, что ли? О! Оно! Хе-хе-хе-хе-хе. Ну, лампочка так так нужна. А большого левела тоже пригодится. Солому лутал. Прикиньте, солому! Солому! Соломой беда какая-то была. То есть лутает дерево, а соломы нету. Ну, то есть, как бы ее мало. Вообще прям. А, стони. Стоун. Ну, у меня с английским все хорошо, так что как бы чему удивляться. И мне рампа нужна, мне рампа нужна. Мне рампа, вот. Вот какой-то такой вот домик. Так, где ты? Вот ты. Далеко не убегай. И еще разочек надо будет покормить. И все. И домик построил. Нет, как бы... Кому сейчас было вот в первый день бы не построить. Да, поочковали, посыковали, но... Оп, дом-то построить-то нужно. Оп. Я... Так. Стоямба. Я грибов не вижу у себя. В смысле? Да ёп. Так. Ой. Во, отлично. Так, все, погнали. Будешь дом не сторожить. Кстати, да, вообще прям кайфово. После скерча прям очень кайфово вот это вот. Так, ну-ка иди сюда. Сюда, иди сюда, иди сюда. Оп! Оп! Класс. И тебе вообще нужно... Радиус, это, конечно, хорошо. Вот запас заряда. Это еще лучше. Так, все, тусуйся там. Ну, кстати, да. Похавать это тоже нужно. Вода, еда и все дела. А вообще мне нужен был вот этот пистолет. И потолочки. Потолочки. А мне теперь не страшно. Почти хватило на потолочки. Вот какого фига? Кстати, да. Это прям, когда первый раз это было, я какого фига? Ой, в смысле камешек валялся? Ну какого фига вот это меня что-то шатает, что за нафиг? Да сейчас я хоть как-то я вспомню про это, и то тоже, знаешь, как-то звук очканул, а потом уже это... Потом уже вспомнил. Последний потолочек. И дом будет построен. Да! Говно пока что. Но я потом сделаю все нормально. Мне сейчас самое главное, это что? Вот, я сюда зашел, здесь все хорошо, здесь у меня будут стоять станки, и все просто замечательно. Это самое главное. Больше запаса тебе заряда. Еее. Уже накаковухала. Такая вот фигня.
Ну что, что я могу сказать? На этом мы уже будем с вами прощаться. Так и его колбасит очень ужас просто. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, на канал, делиться моим видео с своими друзьями. Там все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока.